Экипаж подводной лодки К-35, экипаж положен в Казани построен. Командир корабля, капитан Гранат Амасов. Есть. Здравствуйте, товарищи гвардейцы. Счастливым вас возвращением. Спасибо большое. Точно так же в 95-м с боевой службы встречали тогда еще капитана первого ранга Алексея Буриличева. Только было некоторое отличие. Вместо долгожданных объятий на пирсе его ждал серьезный разговор. Меня встретил командующий флотилии, тут же как бы отвел в сторону. Ну, я уже был готов ему доложить все результаты. И на руках у него была газета, где была статья, посвященная действиям моего корабля у побережья Соединенных Штатов. Это была перепечатка из американской прессы, что подводная лодка русских действовала вот там, действовала успешно, неожиданно для Америки. Эта новость открыла срочное совещание в Комитете по национальной безопасности США. Каким образом русская подводная лодка с крылатыми ракетами на борту смогла пройти и долгое время находиться у американских берегов незамеченной? Наша лодка длительное время, все автономно, ходила вблизи.